Вы только что обыграли команду Банда Стаса со счетом 6-3. Расскажи, пожалуйста, почему вы разыгрались только ко второму тайму? Да, мы играли оба тайма. Почему? Мы и в первом тайме вели, контролировали игру, заслуженно победили. Как ты думаешь, в чем было ваше основное преимущество? Мы играли за себя и за Сашку. У нас есть травмированный игрок Александр Герасимец. И вот после его травмы мы решили, что надо сплотиться и для него выйти в высшую лигу. Почему, несмотря на ваше явное преимущество, вы все-таки пропустили 3 мяча? Немножко расслабились, дали слабину, поэтому пропустили. Надеюсь, завтра такого не будет. Ну и какие у вас ожидания по поводу завтрашнего матча, помимо того, что вы будете, конечно же, только побеждать? Ради Сашки выиграем. Завтра нас устроит только победа.